Всем привет! Это Техноарена, канал о новинках в индустрии смартфонов. Сегодня я расскажу вам о лучших смартфонах ZTE, которые завоевали популярность среди покупателей. В данный рейтинг я включил 5 моделей, куда вошли как недорогие смартфоны, так и флагман компании ZTE. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Но перед тем, как я начну, хочу напомнить зрителям нашего канала, что Техноарена всегда следит за выходом новинок и изменением цен на смартфоны. Поэтому, подписавшись на канал, вы всегда будете в курсе самой последней информации из индустрии смартфонов. Также я рекомендую вам подключить уведомления, нажав для этого на колокольчик. Так вы всегда будете в курсе выхода новых сравнений и топов на канале и точно их не пропустите. Ну а теперь давайте узнаем, какие же смартфоны ZTE были удостоены звания лучших. Поехали! Первый герой данного рейтинга – ZTE Blade A7 2020. Этот бюджетный смартфон работает на чистом андроиде без каких-либо оболочек и имеет NFC-модуль для совершения бесконтактных платежей. Аппарат получил неплохой IPS-экран диагональю 6 дюймов с разрешением 720 на 1560 пикселей, который демонстрирует хорошую насыщенность цветов для смартфона в своей ценовой категории и обладает широкими углами обзора. За производительность аппарата отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22. Для современных игр смартфон, конечно, не подходит, но с повседневными задачами справляется отлично. Впрочем, для простых игр такой смартфон тоже подойдет. Объем оперативной памяти у смартфона может быть 2 или 3 гигабайта, а постоянный 32 или 64 гигабайта. Кроме того, увеличить объем можно с помощью карты microSD. Также стоит отметить, что версия смартфона на 3 гигабайта ОЗУ имеет еще и сканер отпечатка пальца. Фронтальная камера у ZTE Blade A7 на 8 мегапикселей. При хорошем освещении она позволяет делать неплохие селфи-снимки. Основная камера представлена 16-мегапиксельным главным модулем, 8-мегапиксельным широкоугольным модулем с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Для своего ценового сегмента снимки на ZTE Blade A7 получаются очень неплохого качества, но только при хорошем освещении. С наступлением же темноты качество картинки очень сильно падает. Что касается автономности смартфона, то его долгое время работы без подзарядки обеспечивает аккумулятор емкостью на 4000 мАч. С ним ZTE Blade A7 2020 без проблем может работать день, а при минимальном использовании 2 дня. Продолжает наш топ ZTE Blade V10 Vita. У этого смартфона IPS-экран диагональю 6,26 дюйма с хорошей цветопередачей и возможностью ее регулировки под свои предпочтения. Камера с тыльной стороны представлена 13-мегапиксельным основным модулем и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Качество снимков у ZTE Blade V10 Vita находится на уровне смартфонов его ценовой категории. При ярком дневном свете выходят симпатичные кадры с хорошими цветами и уровнем деталей, но с ухудшением освещенности стремительно снижается и результат. 8-мегапиксельная фронтальная камера имеет режим бьютификации, что позволяет делать неплохие селфи. Видеосъемка на основную камеру ведется в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Для быстрой работы с приложениями ZTE Blade V10 Vita оснащен 8-ядерным процессором и имеет чистую операционную систему Android 9 без оболочки. Для современных игр смартфон не подходит, но простые игрушки запустить на нем можно. Объем оперативной памяти у V10 Vita может быть 2 или 3 гигабайта, а постоянный 32 или 64 гигабайта. Что касается автономной работы аппарата, то благодаря экономичному в расходе энергии процессору и емкости аккумулятора в 3200 мАч, смартфон не требует зарядки на протяжении целого дня при активном использовании. Помимо всего перечисленного, стоит отметить в ZTE Blade V10 Vita наличие сканера отпечатка пальца, слот для карты памяти и NFC-модуль. Напомню, что посмотреть актуальные цены на ZTE Blade V10 Vita, а также другие смартфоны, попавшие в этот топ, вы можете по ссылкам, которые оставлены специально для вас в описании под этим роликом. Для тех, кому хочется поиграть и при этом, чтобы смартфон был недорогим, стоит обратить внимание на ZTE Blade V10. В отличие от предыдущего участника, данный смартфон оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio P70. Благодаря ему, а также 4 гигабайтам ОЗУ, в повседневном использовании смартфон проявляет себя отлично. Приложения запускаются без лишней задумчивости, а интерфейс лишен подлагиваний. В играх V10 тоже проявляет себя неплохо. В большинство современных хитов он позволяет играть на высоких настройках.
Объем постоянной памяти у данного устройства составляет 64 гигабайта. Также есть версия на 3 гигабайта ОЗУ и 32 гигабайта постоянной памяти. А если такого объема покажется недостаточно, то в смартфон всегда можно будет установить карту microSD. Что касается экрана, то здесь используется IPS-матрица с разрешением Full HD+, а диагональ составляет 6,3 дюйма. Экран имеет широкие углы обзора и хорошую цветопередачу, которую в настройках можно устанавливать, исходя из своих предпочтений. Фотовозможности ZTE Blade V10 находятся на приличном уровне. Главный блок имеет две камеры, 16-мегапиксельную основную и вспомогательную на 5 мегапикселей, повышающую качество снимков с размытием фона. Неплохая светосила позволяет аппарату достойно проявлять себя не только при хорошем дневном освещении, но и вечером или при искусственном свете. ZTE Blade V10 по достоинству оценят любители делать селфи, ведь в нем установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера с широким функционалом и искусственным интеллектом, позволяющим делать красивые фотографии в одно нажатие. Видеосъемка на смартфон может вестись в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Емкость аккумулятора у ZTE Blade V10 составляет 3200 мАч. Немного по современным меркам, но достаточно для того, чтобы смартфон работал целый день без подзарядки. Также хочется отметить в данном смартфоне наличие NFC-модуля и сканера отпечатка пальца на тыльной стороне. Продолжает наш рейтинг лучших смартфонов ZTE модель Blade 20. Этот смартфон получил большой IPS-экран диагональю 6,49 дюйма с V-образным вырезом под фронтальную камеру. Она имеет 8-мегапиксельный сенсор и позволяет делать селфи-снимки неплохого качества, которые будет не стыдно выложить в соцсети. На тыльной стороне смартфона расположена тройная камера, представленная основным 16-мегапиксельным модулем, который дополняют 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и датчик глубины на 2 мегапикселя, помогающие размыть фон при портретной съемке. Искусственный интеллект камеры умеет определять сценарий съемки и подбирать для него оптимальные настройки. Снимки на ZTE Blade 20 при хорошем освещении получаются отличного качества, ничем не уступающего смартфонам из этого же ценового сегмента. За производительность смартфона отвечает 8-ядерный процессор от MediaTek Helio P60. Он показывает отличную работоспособность в режиме многозадачности и позволяет запускать многие популярные игры на средних и высоких настройках. А чистая операционная система Android 9 без оболочки и 4 ГБ ОЗУ обеспечивают стабильную и быструю работу смартфона при выполнении повседневных задач. Для хранения файлов в ZTE Blade 20 имеется 128 ГБ постоянной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. Что касается автономности аппарата, то ZTE Blade 20 спокойно может работать до 2 дней без подключения к розетке, так как имеет аккумулятор с увеличенной емкостью на 5000 мАч. Из других особенностей смартфона стоит отметить наличие модуля NFC, быстрого сканера отпечатка пальца на тыльной стороне и поддержку технологии быстрой зарядки. Завершает наш топ флагманский смартфон ZTE Exyn 10 Pro. Он получил большой и яркий AMOLED-экран диагональю 6,47 дюйма с поддержкой HDR10. Смартфон поддерживает разблокировку по лицу, которая срабатывает очень быстро, и ее не обмануть фотографией владельца. Также в экране ZTE Exyn 10 Pro имеется сканер отпечатка пальца, который срабатывает быстро и практически всегда с первого раза. С производительностью у смартфона все на высшем уровне. 8-ядерный процессор Snapdragon 855 и графический ускоритель Adreno 640 позволяют играть в самые требовательные к ресурсам устройства игры без подвисаний и потери частоты кадров. Объем оперативной и постоянной памяти тоже неплох. ZTE Exyn 10 Pro имеет 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти, которую можно увеличить с помощью карты microSD. Что касается фотовозможностей смартфона, то тут все тоже на уровне многих флагманов других компаний. Фронтальная камера на 20 мегапикселей с поддержкой HDR радует отменной детализацией и отсутствием каких-либо ошибок при обработке кадров. 48-мегапиксельный модуль основной камеры позволяет делать великолепные снимки при любых условиях освещения. Также в смартфоне есть сверхширокоугольный модуль на 20 мегапикселей с углом обзора 125 градусов и телеобъектив с разрешением 8 мегапикселей и трехкратным оптическим зумом. Видеосъемка на ZTE Exyn 10 Pro может вестись в разрешении 4К 30 FPS. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4000 мАч, что вполне достаточно для целого дня работы. Также хочется отметить в данном смартфоне поддержку быстрой и беспроводной зарядок, стереодинамики и защиту от брызг.
Это был топ-5 лучших смартфонов ZTE по версии канала TechnoArena. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, и напишите в комментариях, какой из этих смартфонов вы бы купили себе или своим близким. Напомню, что посмотреть их стоимость можно по ссылкам, которые оставлены в описании к этому видео. На этом у меня все, друзья. Не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых топов и сравнений. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале TechnoArena.